Привет! Привет! Привет, сегодня... Каролина! Привет, я Каролина Каролина. И сегодня и моей мамой. Что? Каролиной. Тролли. Тролли. Тролли, да. Сегодня мы с Каролиной показываем нашу коллекцию троллей, которые были очень популярны в 90-х годах в Америке и по всему миру. Мы хотим про них напомнить, потому что многие про них совсем забыли, а некоторые вообще не знают. У нас в коллекции их всего 7 штук. Их очень много, их очень много разных, но мы собрали немного. Так, давай, Каролина, начнем с нашего любимчика. Ты будешь держать? Ну, давай я вам. Ты будешь ложить. Это наш тролль, который на роликах. У него оранжевые волосы, причем у всех у них такая прическа, она пушистая, то есть можно вот так сделать, а можно наоборот собрать, как факел. Вот, у них, они всех, прически у них разноцветные. У них коричневые, у всех троллей коричневые глаза. Кароглазые. Да, как я, Каролина. Разноцветные волосы, коричневые глаза, интересные мордашки и ручки такие, которые не хотят обниматься. Потом у него вот такие ролики, и колесики у него крутятся. Он может ездить, вот. Так. Дальше идет повар, который готовит пиццу. У него на фартушке написано «пицца». «Я люблю пиццу» даже написано. А, да, «я люблю пиццу». У него красные волосы, такой колпачок, ну, белый костюм, как у повара. Тоже с коричневыми глазами, тоже любит обниматься. Дальше идет пират. Вот. У него идет повязка на глаз, потому что глаз у него зашитый. Он на самом... Ему выкололи, видимо, глаз в бою, и он остался калекой. Вот. Тоже был кореглазый, остался с одним глазом. У него фиолетовые волосы, тоже пушистые. Фиолетовые волосы. Да. И у него на шапочке нарисован череп, как у пиратов. Красивый костюм, ну, все как у пиратов. И еще у него пистолет вот тут в руке. Вот такой. То есть надо его бояться. Дальше идет баскетболист, которому ходил мячик, и у него красные волосы, как у повара, красный костюм, тоже такая же мордашка, ну все точно такое же, только в разных костюмчиках с разными волосами. А дальше идет тролль-фермер. Он тоже веселый, у него идет шапочка, желтые волосы и тут такой чубчик, который мне нравится. И у него любимая кофточка в клеточку, которая мне тоже нравится. И пояс, ну, все как у фермера, все практично и удобно. И, как всегда, латки на штанах. А дальше идет. Дальше идет малер с фиолетовыми волосами. И в комплект к нему входит вот такая кисточка, которую он уже испачкал в розовой краске. И краска. Вот, я его сюда поставлю. Вот, краска розового цвета. Вот на веревочке, чтобы можно было ему на ручку подцепить. И вот такая кисточка. Подожди. Вот. Он уже запачкался. И кисточку запачкал, и все запачкал. Сейчас я ему одену. Раз. И тут даже можно за ручку вот так сделать. Вот такой он. Так, и последний из больших наших троллей – это летчик. У него была маска, и вот у него такой костюм, как у летчика, тапочки, ну, обувь, тоже фиолетовая прическа, у нас таких с фиолетовыми два. Три. А, да, даже три. У нас просто два с красными, три с фиолетовыми, один с желтыми, один с оранжевыми. И с оранжевыми волосами мне больше всего нравится. Вот, нет, такой летчик. Ему можно даже вот так сделать, он же на ветру. Вот такая у него прическа шизофреника. Очень красивые тролли. Очень жалко, что про них сейчас забыли. И никто их не выпускает. На самом деле коллекция очень большая. Их очень много разновидностей. И как маленьких, так и больших. И вот у нас один есть из маленьких. Мало. Он такой малюсенький, его можно на ручку цеплять. Вот ручка. И вот этот маленький. У него тоже такая причесочка. И его можно раз и снять. Да. Каролина, ну что, показали? Да. А
какие у вас с Сашей почти одинаковые наряды. Да, одинаковые кофточки. Две сестрички. Да, Каролина? Снимаем. Да, не надо снимать. Все, давай, говори, пока. Пока. Пока.